Юный коллекционер из Урая стал гостем программы «Лучше всех» на Первом канале. Ведущий ему шоу Максиму Галкину 7-летний Даниил рассказал о своей коллекции матрешек, часть которой он привез в Москву. Первую сборную куклу мальчику подарили в 2 года. С тех пор собрание постоянно пополнялось и сейчас насчитывает почти 70 экспонатов. Среди них есть даже выполненные по спецзаказу матрешки в виде членов семьи Даниила. Несмотря на юный возраст, урайский коллекционер серьезно относится к своему увлечению. Он не только собирает игрушки, но и изучает их историю. В 19 веке с острова Хансю выточена монахом. Матрешка родилась в Японии, я правильно понял? Хоть считают Сергиев Посад столицей русской игрушки, но точно родина матрешки все-таки Япония.